На улице города сегодня вышел цветочный патруль. Сотрудники ГИБДД на улице Симбирской останавливали исключительно женщин, но не для того, чтобы проверить документы, а чтобы поздравить с наступающим Международным женским днем. Здоровья вам самое главное. Спасибо. Улыбайтесь, любите и будьте любимыми. Ну и, конечно же, что самое важное, соблюдение правил дорожного движения. 15 лет за рулем, но ни разу не попадал на такие поздравления. Очень приятно. Многие дамы в первое мгновение выглядят растерянно и готовятся к серьезному разговору с полицейскими. Но настроение автомобилисток меняется, когда они видят в руках у стражи порядка разноцветные воздушные шары и букеты тюльпанов. К подаркам прилагаются еще и пирожные с открытками. Такого сюрприза на дороге горожанки совсем не ожидали. Нет, не ожидала. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. С наступающим праздником. Вас с праздником. Спасибо. Здоровья спасибо. Вам. Всего самого наилучшего. Ой, спасибо большое. Спасибо. Водительское удостоверение и страховка участников патруля не интересуют. Полицейские желают женщинам хорошего дня и просят соблюдать правила дорожного движения. Ежегодно в преддверии 8 марта госавтоинспекция города Саратова проводит акцию «Цветочный патруль», в ходе которого автоинспекторы дарят автоледи различные подарки тематические – цветы, шары, пирожные. И, как обычно, госавтоинспекция поздравляет всех женщин с наступающим праздником. Улыбайтесь, любите свои половинки и будьте любимыми. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. С наступающим праздником, здоровья, всего самого наилучшего. Подождите, спасибо. Вы тоже женщина, я вас тоже поздравляю с наступающим. Спасибо огромное. Будьте всегда любимы, желанны. А вам я желаю никогда не штрафовать женщин. Негатива на дорогах хватает, а перед праздником сотрудники ГИБДД пытаются подарить автомобилисткам как можно больше положительных эмоций. Хорошее настроение водителя – одно из условий безопасности дорожного движения. Елизавета Сиренко, Николай Синегубов, СРБК ТВ.